Минасан, конничива. Сегодня мы продолжаем серию уроков «Японский или кто?». Сегодня мы разберем, как сказать «я» в японском языке. Есть на самом деле несколько способов, и наиболее распространены три варианта. И самый первый – это самый официальный, но более-менее. Считается «вадащи». Его используют в рабочей среде. И в обычной жизни чаще используется женщинами. У мужчин другие слова на место «я». Такие, как, например, «боку» подходят для мужчин в условиях небольшой официальности, например, когда вы говорите с более старшим коллегой или с начальником вашего отдела, но не с боссом фирмы. И чаще всего используют мальчики в начальной школе или в средней школе. И самое последнее «я» — это «оре». Используют мужчины в непринужденной обстановке, ну и вообще чаще всего мужчины. Женщины практически не используют, прям только если это не очень мужественная женщина. И небольшой квиз для вас, небольшой опрос. Как думаете, какое местоимение использует эта девушка в правом нижнем углу? Правильно. Вот вообще. Отцы. Этот мальчик. Правильно. Бог. Этот мужчина. Правильно, ура. Мы поздравляем вас, друзья, и желаем вам успехов в изучении японского языка.